Еще совсем немного, и загорятся звезды, и выплывет месяц, и поплывет, покачиваясь над тихими осенними полями. Потом месяц заглянет в лес, постоит немного, зацепившись за верхушку самой высокой елки. И тут его увидит ежик с медвежонком. Как все-таки хорошо, что мы есть друг у друга. Ты только представь себе, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем. А где ты? А меня нет. Так не бывает. Я тоже так думаю, но вдруг вот меня нет, ты один. Ну, что ты будешь делать? Пойду к тебе. Куда? Как куда? Домой. Приду, скажу, ну что ж ты не пришел, ежик? Вот глупый. Что же я скажу, если меня нет? Если тебя нет дома, значит, ты пошел ко мне. Прибегу домой, а ты здесь, и я начну... Что? Ругать. За что? Как это за что? За то, что ты не сделал, как договорились. А как договорились? Откуда я знаю, но ты должен быть или у себя, или у меня дома. Но меня же совсем нет, понимаешь? Так вот же ты сидишь. Это я сейчас сижу. А если меня не будет совсем, где я буду? Или у меня, или у себя. Это если я есть. Ну да. А если меня совсем нет? Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц. А на реке нет. Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся. Я побегу, обшарю весь лес, и я тебя найду. Ты же все обшарил и не нашел. Ну, побегу в соседний лес. И там нет. Переверну все вверх дном, и ты отыщешься. Нет меня, нигде нет. Тогда я выбегу в поле и закричу: «Ёжик!» И ты услышишь и закричишь: «Медвежонок!» Вот. Нет, меня ни капельки нет, понимаешь? Что ты ко мне пристал? Если тебя нет, то и меня нет, понял? Нет, ты есть, а вот меня нет. Медвежонок не ответил. Он глядел, как месяц, поднявшись высоко над лесом, льет на них с ежиком свой холодный свет.